В ходе брифинга представительство государственного коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» выступило с докладом о текущей работе по теплоснабжению в области. Стоит отметить, что в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха акимат города Семей с 29 сентября был вынужден запустить систему теплоснабжения. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Сегодня действительно вопрос подачи отопления очень серьезно остро стоит. 29-го мы начали отопительный сезон. В плановом порядке начали подключать объекты жизнеобеспечения города. Значит, на сегодняшний день работает из 18 котельных и ТЭЦ. Все теплоисточники в работе. Значит, с сегодняшнего дня левый берег ТЭЦ-1 мы на протяжении 4-5 дней разжигали. Вы знаете, что ТЭЦ-1 растапливается прежде всего на мазуте, его разогревают, после этого вступают в работу котлы. На сегодняшний день один котел в работе, а второй на розжиге, и левый берег мы полностью будем подключать. Если брать объекты образования, то на сегодняшний день из 129 объектов подключено 94 объекта образования, что соответствует 73%. Объект здравоохранения 65 объектов, из них 55 подключено, 85%. Соцобъекты из 4 3 подключены, 75%. Жилищный фонд из 1224 многоэтажных жилых домов подключено 730, что соответствует 60%. Частный сектор из 998, 479 подключено, 48%. В ходе брифинга речь шла и о подготовке к зимнему сезону. В настоящее время закуплено 40 тысяч тонн угля, и на нем ведется обеспечение котельных. Стоит отметить, что в настоящий момент дебиторская задолженность населения города составляет 73 миллиона тенге. Мадина Кадыргожна, Сумкар Толумкан, Арлан Исаков. Информационная программа Шарайна, ТВК-6.